Easter Island – островной тип карт, который принес не только разнообразие в плане морской фауны, но и разбавил контентом в виде оружия, техники. Предлагаю перейти к делу и начать с техники. По традиции, любая карта начинается с копии основного военного транспорта. Но в отличие от других карт, здесь не просто поменяли цвет, но и добавили такую эмблему – на капоте, что смотрится неплохо. Управление стандартное пойдет в общем. ID 6600. Следом идет Урал, ID 6601. Вообще эта техника must have на любой ванильной мапе. Имеет хорошую вместимость, а также крутое управление, но это по моему мнению. Внешний вид не скажу, что прям четкий, но приемлемый, но это дело вкуса уже. Ладно, следом идет что-то по типу фургона, смотрится хорошо, но по управлению полный посос. ID этого фургона 6602. Далее идет неплохой вертолет Пеликан ID 6604. В управлении стандартный вертолет, но мне будет что добавить по нему, но чуть-чуть позже. Хотя почему позже? Сразу скажу, что этот вертолет можно бросать в воду, вообще пофигу. Он взлетает из воды и с суши. После вертолета нас встречает аналог квадроцикла, но уже с шестью колесами. Страйдер, ID 6605. В целом управление не такое пососное, как у квадроцикла. Но я не сразу срастил одну крутую тему. Это своего рода мини-БТР, потому что умеет передвигаться по воде. Вообще карта Easter Island показывает хороший результат в плане транспорта, который дружелюбен к воде. И раз уж уже говорим о воде, то на очереди у нас лодка. А, да, катер, судно, плавательные средства. Сразу все переберу, а то в каждом видосе находится оружейный или автомобильный эксперт, который мошнит в комментариях. Но не суть. Судно пососное, звук Жигуля, да и передвигается просто отстойно. А, да, если кому интересно, его ID 6606. Перейдем к воздуху, а именно самолет Альбатрос. ID 6607, массивный такой паренек, выглядит как заниженная девятка. Вообще, как я понял, он предназначен для воды, но посадить на землю его можно, не взорветесь. Но это не точно. Окей, дальше идет пачка из подобия гоночных, или это уже к паге относить. Короче, название этой шняги Hornet, ID начинается 6608 по 6615, в зависимости от цвета. ID можно чекнуть в описании, там как раз я оставлю цвет в скобках. Я не знаю, но возможно проблема в настройках профиля транспорта, потому что с ним как была проблема год назад, так и осталась. Очень медленно едет назад и не набирает скорость. Как по мне, шляпа еще та. А, еще звук издает, просто жесть, а толку никакого. В общем, не советую. Предпоследняя тачка – это Тарантул. Хороший внешний вид, много места и огромный багажник. Собственно, по внешнему виду и видно, что у него на крыше хороший такой багажник. Топовая тачка, если честно, но управление смахивает на профиле, как у АПК. Но не такое пососное. И последние два эвакуатора – это Архина Церос,
ID 6617 и 6618. Звук и управление схожи с АПК. Багажник пойдет, да и экран работает, судя по управлению. Я поэкспериментировал с некоторыми вещами, а также нашел баг, как затащить тачку сквозь текстуру. Бесконтактный гараж, так сказать. В целом последние тачки тоже хороши. Так как видос затягивается, то в следующем я уже разберу пухи. Это была карта Easter Island, обзор транспорта. У микрофона, как всегда, был Инстерн. Ставь лайк, пиши коммент, ну и конечно не забывай про описание. Пока. Да, я жду тех людей, которые поумничают насчет Райана Сэрос. Изи байт.